Всех приветствую, наша рубрика «Во что поиграть на смартфоне». Сегодня у нас РПГ игра «Ванек Малолесьев», некая пародия на «Диабло», но достаточно веселая пародия. В средневековье много магии, оружия, доспехи. В принципе, все, кому нравится подобный жанр, могут получить удовольствие, играя в эту игру, и провести не один час вместе с ней. Игру можно найти на Play Market, она бесплатная, скачивается без проблем. В принципе, глюков каких-то я не заметил, хотя на компьютерах эта игра часто имела всякие неприятные лаги, бывает вылетала, бывает не загружалась. В общем, здесь таких проблем нет. При диалогах можно выбирать, что спросить, что ответить. Еще интересный момент, что можно увеличить размер экрана. Долго об этой игре говорить смысла не вижу, поэтому всем, кому нравится подобный жанр, скачивайте. Не гуглил какого года эта игра, у меня был диск приобретен в 99-м году. Все, всем пока!